Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. В сегодняшнем видео передо мной находится устройство Samsung Galaxy Tab S8+. И сегодня я покажу, как на данном устройстве включить вспомогательную сетку в камере. Итак, для этого мы переходим в камеру и далее переходим в настройки камеры, которые находятся в правом верхнем, с правой стороны, в общем, с самого верху. И переходим далее в самый низ практически. Здесь у нас есть сетка. Включаем. И теперь мы видим, как у нас тут появилась сетка. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.